Добрый вечер, дорогие друзья. Что-то наш Facebook сегодня немножко тормозит, поэтому буду благодарна, кто первый присоединится, пожалуйста, напишите, как меня видно, как меня слышно. Есть уже видео, Дима? Ага, все, вижу, один человек появился. Видно и слышно, да? Хорошо, напиши, пожалуйста, комментарий, что видно, слышно, да, чтобы я видела. Ага, ну все, я телефон отключаю. Итак, дорогие друзья, я прошу прощения за задержку. Сегодня 28 августа 2019 года. Меня зовут Анна Якуба, и я выступаю в группе нашей школы, которая называется в Фейсбуке «Сухое голодание без еды и воды на растительном питании». Я хочу поблагодарить сразу всех наших экспертов, кто уже выступил до меня, и я ставлю такой вот заключающий аккорд, потому что выступили уже все наши дорогие уважаемые эксперты, и настало время и мне познакомиться с вами, рассказать о себе и чем я могу быть вам полезной. Тема сегодняшней нашей встречи. Ну, как я уже сказала, меня зовут Анна Якуба, я на сегодня являюсь руководителем школы сухого голодания и сыроедения «Мечта». Штаб-квартира, который находится в Украине, в Карпатах, уже 2 года мы построили экоцентр и продолжаем его благоустройство. Мне 55 лет, 6 октября 2019 года мне будет 56 лет. Вот такой вот мой возраст. Живу я сейчас в основном здесь, в Карпатах, на Западной Украине, где наше детище, наш экоцентр, единственный в мире центр сухого голодания и комфортный, действительно комфортный именно для сухого голодания. И об этом рассказывал мой сын и помощник Дмитрий. Я являюсь автором 2 книг, которые были изданы в издательстве «Питер». И наша школа работает с мая 2010 года. В нашей школе прошло обучение уже более 3000 человек из 38 стран. Чем я занимаюсь на сегодня? Первое, что я делаю, это провожу онлайн-консультации. Вы можете ко мне обратиться и получить мою онлайн-консультацию. Как это происходит? Вы пишете мне на почту, что вам нужна консультация, оплачиваете, я высылаю вам анкету, мы договариваемся и встречаемся с вами в скайпе. Моя консультация длится 1 час. Следующий формат моей работы – это онлайн-практикум, который на сегодня называется «Голодаем вместе» с Анной Якуба. Когда я начинала работать, то есть где-то, может быть, года через 2-3, меня на проведение онлайн-программ вдохновил Сергей Доброздравин. Он мне сказал, давай онлайн, там не все могут к тебе приехать. Я ему говорю, ты знаешь, как-то страшновато, 36 часов, что ли взять, попробую для начала. И я провела первые несколько онлайнов, где обучала 36-часовому сухому голоданию. Потом эти ребята попросили, что Анна, мы хотим больше. Мы хотим узнать о каскадном голодании, о 3-суточном голодании. Давайте все-таки попробуем. И я проводила вебинары, проводила их одна. Со временем я пригласила Елену Орт, я с ней познакомилась, она лайф-коуч, я с ней познакомилась на одном из онлайн, она была моим коучем, и мы с ней подружились, и я увидела действительно в ней очень большую экспертность специалиста высокого уровня, который помогает не бросить все на полпути, дойти до результата и встроить это в свою жизнь. И мы начали проводить с Еленой вместе этот онлайн в закрытой группе в Фейсбуке. Это было, ну, для меня новым, но я увидела тоже в этом определенный смысл, потому что люди имели возможность вести дневник ежедневного успеха. Я, кстати, хочу попросить, пожалуйста, кто присоединился, поставьте, напишите, как меня видно, слышно, все ли нормально. Буду вам благодарна, спасибо. И
Вот эти онлайн-практикумы, сейчас он 21-дневный, на нем мы обучаем 36-часовому, трехсуточному и каскадному голоданию, интервальному голоданию. Поэтому там на самом деле очень много возможностей, но я об этом расскажу чуть позже. И также мы проводим выездные программы. В основном они проходят сейчас в Карпатах. Два раза в году мы в Греции в апреле. И в октябре я попрошу Дмитрия сбросить ссылочку на программу в Греции. Там осталось еще пару мест. Вижу Андрей. Андрей, привет. Рада, что ты присоединился к онлайну. Давно не виделись. Вижу знакомые лица, да, всем привет. Проводим в Греции и проводим в Крыму. В ноябре будет программа у нас тоже в Крыму. Давно мы там не были, нас зовут. Вот, и я рада, что мы опять вернемся в наш поселок Утес. Как проходят наши выездные программы? Наша основная базовая программа называется «12 дней, которые изменят вашу жизнь навсегда». Это программа 7-суточного сухого голодания. Как все это происходит? То есть человек вдохновляется, пишет мне на почту: «Анна, я хочу попасть на вашу программу». Вот. Я высылаю подробную информацию, как все это проходит. Человек оплачивает, потом высылается анкета, человек ее заполняет. Я высылаю программу подготовки, которая 21 день в домашних условиях. И мы с человеком встречаемся в скайпе и обсуждаем его подготовку, потому что всегда есть нюансы. Это и занятость, и возраст, и проблемы, которые хочет решить человек, или какие-то вопросы. Вот. И человек готовится. Готовится, мы на связи, потом он 12 дней приезжает или в Карпаты, или в Крым, или в Грецию, или там в Литву, где мы проводим программы в основном. Раньше мы и в Индии, и в Таиланде проводили, и в Хорватии, ну то есть еще много других стран. И 12 дней он с нами. 12 дней, как это происходит? 2 дня акклиматизация, потом 7 дней сухого голодания, бывают вариации, голодают меньше 7 дней, если меньше 7 дней продолжает на воде человек или на воде и на травяных чаях. Вот, и потом 3 дня восстановительного периода. Выездные программы мы проводим вместе с моим сыном, с помощником Дмитрием. Он, конечно, больше за кулинарию отвечает, но самая главная задача — нам отпустить человека, когда у него нормально запустится система пищеварения. То есть мы готовим специальные напитки, ферментированные напитки. И эта программа проходит по моей авторской методике, которая называется «Способ реабилитации организма», и она запатентована в Украине в 2012 году. Вот. И потом еще человек уезжает домой, и 21 день у него восстановительный период. Мы тоже в переписке, на связи с человеком в Вайбере, по почте. То есть мы человека не оставляем. Если нужна наша помощь, поддержка, мы ее оказываем. Что еще, какая ценность на наших вот этих выездных программах? Мы их назвали трансформационными. Практически на каждую программу приезжает кто-то из наших экспертов. Это в основном Надя Короткова, специалист по соматике, по тибетской йоге сердца. Она обучается по системе, по учению Майкла Роуча, очень много об этом рассказывает. И также приезжает из Германии Лена Новик, она специалист по терапевтической йоге, она випассанщица, я немножко позже расскажу о наших экспертах. То есть мы очень сильно усиливаем нашу программу, и на самом деле здесь не только о сухом голодании, мы говорим о 10 составляющих здоровья. Наша программа названа трансформационной не просто так, потому что с вами работает 10 экспертов. Кто-то вживую, кто-то онлайн, и я рада, что все больше людей приезжает голодать с духовными целями, с духовными, с профилактическими целями, то есть не ждут, когда наступит, так сказать, какая-то уже очень серьезная проблема со здоровьем. Сколько я голодала раз? То есть мой опыт сухого голодания 9 суток. И без контакта с водой это 7 суток максимально. Также я прошла программу длинного каскада, когда я голодала 4 месяца, месяц день через день, второй 2 через 2, третий 3 через 3, четвертый 4 через 4.
Результаты меня поразили в свое время. И когда сначала начала со своими подругами заниматься, а потом подруги подруг, и все это на сегодняшний момент выросло в школу, я могу сказать, что нет ни одной проблемы, которую бы не решало сухое голодание. Но не само по себе сухое голодание. Это инструмент, как и любая другая практика. К нему обязательно еще правильное питание, правильное мировоззрение, добрые дела, добрые поступки, физическая активность. То есть это целый набор инструментов, которыми мы делимся на наших программах. Результаты людей очень хорошие, особенно тех, кто не надеется на то, что одним даже самым длительным голоданием можно решить все проблемы, которые встраивают сухое голодание, подбирает для себя оптимальную схему, и мы в этом помогаем, и встраивает в свою жизнь. И действительно результаты феноменальные, потому что есть даже такие диагнозы, как туберкулез, СПИД, онкология, когда людям дают там жизни месяц, полгода, а люди живут и по сей день. То есть если человек хочет жить, медицина бессильна, не я это сказала, но на самом деле результаты очень хорошие. И сейчас, когда я буду говорить про наших экспертов, вы поймете, почему это именно так. И сегодня я хочу в первую очередь рассказать о онлайн-практикуме «Голодаем вместе» с Анной Куба, который ближайший начинается с 4 сентября. Он длится 3 недели, 21 день. Есть 3 пакета участия: эконом, стандарт и индивидуальный. Я попрошу, чтобы Дмитрий, пожалуйста, ссылочку сбрось на онлайн, или я потом расположу под этим видео, и вы можете к нему присоединиться. На этом онлайне будет не только теория, вы сможете попрактиковать вместе с нами трехсуточное, 36-часовое, различные варианты каскадного и интервального голодания. Обо всем этом вы услышите и сможете параллельно делать практику. Это будет закрытая группа в Фейсбуке. Все желающие могут вести дневник ежедневного успеха, и все эксперты, которые будут принимать участие в этом онлайне, будут вам помогать и будут вас поддерживать. Мы обязательно поговорим и будем делать противопоразитарные. Слышишь, что зависло видео, да? Пишет попытка. Сейчас опять пошло. Пошло, да, у меня пишет попытка повторного подключения. Ну, идет сейчас или нет? Ты меня слышишь не по телефону, а... Ну, сейчас я слышу гудок мне. Вот сейчас. В наушнике. А слышишь ты или нет? Идет, да? Ага, потому что у меня висит видео. Ну, я тогда продолжаю. Хорошо. К сожалению, немножко интернет подводит, но вот, да, спасибо за лайки, то есть меня видно, да, ну, вроде как бы подвисает, но все-таки буду стараться быстрее закончить. Я хочу вам с радостью рассказать о наших удивительных экспертах, и я очень благодарна за то, что эти люди, с которыми я сталкивалась в жизни, на разных мероприятиях, на каких-то программах, которые были участниками наших программ, и они теперь являются экспертами нашей школы. Мы все вместе работаем и помогаем вам достичь тех целей, того результата, ради которого люди к нам обращаются в школу. Как я уже сказала, я автор запатентованной методики в Украине. Мы работаем
уже практически больше 9 лет, скоро будет 10 лет, у нас прекрасные результаты и более 3000 человек. Это о чем-то говорит. Мой помощник по техническим и организационным вопросам Александра Слюсарева, она выпускница школы астрологии Таро-нумерологии. Она специалист по арт-терапии, и она является техническим сотрудником, технической поддержкой всех наших онлайн-мероприятий. То есть она помогает на онлайне решить какие-то технические вопросы, она делает рассылку, приглашает на занятия. Это ежедневные прямые эфиры, ну, кроме субботы и воскресенья, всех экспертов нашей школы. Лайф-коуч нашей программы Елена Орт, она коуч, трансформационный коуч, наставник, NLP-мастер, и она помогает людям получить действительно тот результат, рассказывает фишки, мотивирует, поддерживает, вдохновляет и помогает. У нее более 2 часов индивидуальной коучинговой и консультационной практики, и поверьте, что кроме того, она проходила наши программы, голодала вместе с нами 3 суток, онлайн мы проходим вместе, и она действительно знает, о чем идет речь в наших программах и может квалифицированно поддержать. Дмитрий Якуба – это мой сын, мой помощник. Он соведущий всех моих программ, специалист по дикорастущим травам. Он прошел обучение у Виктории Бутенко в Швеции по практическому курсу «Шеф-повар зеленых смузи» и у Оли Дзинзилеты в Литве по практическому курсу «Основы средней кулинарии». Он вас удивит прекрасными вкусными ферментированными напитками. Меня слышно, видно? Пожалуйста, поставьте тоже плюсики, потому что подвисает немного у меня компьютер. Любовь Луговая. В 2013 году начала преподавать кармический менеджмент по учению Майкла Роуча. Она на наших программах дает уникальные инструменты, которые меняют не только вас, но и все то, что происходит вокруг вас. Это очень древнее учение, которому больше 2000 лет. Любовь проходит обучение, курсы безмолвия на Алмазной горе у Майкла Роуча в Америке, поэтому она очень удивительный специалист и очень грамотно обучает и помогает людям получить результаты. Пожалуйста, поставьте плюсик, как меня видно, слышно. Угу. Да, спасибо. Роберт, да, Дзинзилета супер. Очень хочу уже скоро попасть к вам в Вильнюс, в ее замечательное кафе. Юлия Терещук, врач-ароматерапевт, независимый консультант компании Young Living. И это мировой лидер по производству эфирных масел. Она работала врачом-анестезиологом много лет и преподавала в медицинском институте. У нее практика холистической медицины больше 25 лет. Людмила Мельник, повар высшей категории, практик здорового питания в течение 10 лет, имеет большой опыт вегетарианства, веганства, сыроедения. Она изучила английский язык по кулинарным книгам, и кто у нас был в школе, знает, насколько уникальная подборка рецептов, когда она принимает участие в программах. Она помогает нам составить вкусные рецепты ферментированной еды. И скажу вам по секрету, мы делаем книгу кулинарных рецептов. Я думаю, она вас приятно удивит. Виктория Баска, индивидуальный тренер по фейсбилдингу, это гимнастика для лица. Действительно, люди, которые к ней обращаются, ну, даже не верится, что такие результаты без всякой там пластики, без всяких уколов, просто, ну, совершенно удивительно. Надя Короткова, сертифицированный преподаватель по соматике, преподаватель по тибетской йоге сердца, изучает законы кармы, является ведущей медитацией команды Марины Селицки «Алмаз». Надя удивительный человек, я благодарю практически на всех наших программах. Люди просто требуют, чтобы Надежда приезжала и делилась теми практическими наработками, которые она имеет благодаря своим учителям. И люди, я вам просто не могу передать, вот насколько усиливается наша программа именно в духовном плане, когда вместе с нами
Надежда Короткова или Елена Новик. Лена Новик, она из Украины, но уже много лет, больше 20 лет живет в Германии. Она практикует випассану, проходила много курсов 10-дневного практики молчания, и один раз она проходила практику 21-дневного молчания, безмолвия. Она соучредитель издательства «Алмаз», имеет опыт тренерской работы и ведет уроки йоги в Германии, в гольф-клубе, йога-студии, школе здоровой спины, фитнес-центрах. Учится у доктора Штайнера. То есть, когда Лена вместе с нами на наших программах, у людей перестают болеть спины, ноги, потому что все это мягко, все это, даже, казалось бы, человек, который вообще не может наклониться и пальцами достать до пола, на наших программах у него просто перестает все болеть. Это на самом деле чудо-чудное. И наша гордость, я очень благодарна, что с недавних пор вместе с нами Ольга Ткачева, клинический психолог, онкопсихолог. Она специалист по новогерманской медицине. И мы к ней отправляем людей разобраться с первопричинами заболеваний. И Ольга тоже специалист очень высокой квалификации. 8 лет назад ей был поставлен рак груди 3-й стадии. Ольга исцелилась, и она помогает тем людям, которые обращаются к нам. Не впасть в уныние, не впасть в страх, прежде всего онкобольным, которым нужна такая поддержка. Вот. И я рада, что вот все эти люди с нами, и работают они и на выездных программах, и на онлайн-программах. То есть, когда программа выездная, кто-то из экспертов обязательно приезжает, кто не может приехать, через Skype, прямые эфиры, и люди имеют возможность задать вопросы, получить ответы и послушать рекомендации согласно своих диагнозов. Собственно говоря, у меня вот все, что я хотела вам на сегодня сказать. Я год назад тоже благодаря Лене Новик в Германии была на практике 10-дневного курса випассаны, и сейчас тоже Лена меня зарегистрировала. Я стараюсь это делать перед своим днем рождения или в день рождения. 56 лет – это семерка, меня уже год штормит. Вот, но я надеюсь, что все будет хорошо. Вот, и практика випассаны мне тоже в этом поможет, как и практика голодания. Я вас всех приглашаю на онлайн-практику, приглашаю на наши программы. И, пожалуйста, в нашей группе в Фейсбуке «Сухое голодание без еды и без воды» присоединяйтесь, потому что наши эксперты, вы видите, выступают. Вот сейчас даже практически каждый день кто-то выступает. Мы обязательно будем с вами делиться всем новым, что мы знаем, что мы умеем, и приглашаем вас к нам на онлайн-практику. Я всех вас благодарю за то, что вы пришли на прямой эфир. Прошу прощения за технические неполадки, которые не все, от нас не зависят. И до скорых встреч на наших программах. Пока-пока.